Представители самой гуманной профессии отмечают сегодня свой профессиональный праздник. И это, конечно же, социальные работники. Вместе со всеми это замечательное событие празднуют и соцработники Кашхабльского района. Комплексный центр социального обслуживания населения предоставляет широкий спектр услуг людям пожилого возраста и инвалидам. Работники отделений ежедневно решают социально-бытовые, медицинские и социально-психологические вопросы. В структуру учреждения входит 6 отделений социального обслуживания на дому, отделение консультативного социального обслуживания, отделение семьи, материнства и детства, филиал Натырбовский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Натырбовский специализированный жилой дом социального назначения. На протяжении 8 лет возглавляет центр опытный руководитель Сальман Малахов. В канун праздника я хотел бы немного рассказать про нашу сферу, про нашу работу. В районе, наверное, все знают, кто такой социальный работник. Все знают, что у нас есть филиал Натырбовский дом-интернат, филиал Натырбовский социальный жилой дом, где проживают бабушки и дедушки на полном обеспечении. Около 800 бабушек и дедушек наши социальные работники обслуживают. В центре у нас коллектив занимается организацией вот всего этого. И знаете, что социальная сфера в нашем районе приносит большую помощь. Социальные работники для наших бабушек как бы последний оплот для многих. Все, что им необходимо, порой оказывается только социальными работниками. И благодаря им все это происходит. А на фоне нынешней ситуации, вот в прошлом году пандемия началась, и, естественно, 65+, ограничения, требования, все, что было необходимо, все это соблюдалось. И без социального работника, без лекарств, без похода в магазин бабушки и дедушки, вот им было бы очень тяжело. И, естественно, мы в полной мере все это как бы пытались, старались все это организовывать и облегчить жизнь бабушек и дедушек, находящихся на изоляции. Это тоже касается и пансионата, и соцдома. В пансионате вообще было закрыто на карантин почти на год. По 2 недели работали наши медсестры. Переболели, провакцинировались, много было сделано, но тем не менее, в конце концов, все живы-здоровы. Сейчас как бы у нас и карантин закончился, и свободный график проживания на наших учреждениях. День социального работника – это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Эта профессия становится делом жизни лишь тех, кто готов самоотверженно трудиться для людей, которые в силу недуга, преклонного возраста, сложившихся обстоятельств не могут обходиться без посторонней помощи. Хочу накануне праздника поздравить своих коллег, своих подопечных, своих подчиненных, те, которые каждодневно работают, приносят пользу во благо наших жителей, с профессиональным праздником. Здоровья, терпения, умения работы с старшим поколением, чтобы все у них ладилось, здоровье позволяло все это осуществить. С праздником вас, дорогие!